В Санкт-Петербурге отменили кронштадтскую часть морского парада ВМФ, в которой участвовали и корабли Северного флота. Это произошло впервые за 8 лет. В этом году торжественный парад будет организован в усеченном формате. Поэтому корабли, уже прибывшие в Кронштадт для участия в событии, ушли обратно. Речь в том числе об отряде Северного флота, сообщают «Известия». Причины таких ограничений пока неизвестны. В прошлом году в параде приняли участие больше 30 надводных кораблей и катеров, 4 подводных лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также 8 парусных судов. За событием лично наблюдал глава государства.